Почему еще? Они переживают, пытаются вспомнить, что делают, не видим урона, а вот ты пытаешься что дальше-то, ё-моё. Парни, погодите, Дим, сейчас, погоди, парни, увидите, пожалуйста, я матрас попробую. Нет, это вообще карась. Что, голову, тяжело? Попробуй. Медленно опустись, подняться. Сейчас, все туда, что ли? Да, сейчас, вот эти два уберём. А этот нижний, подвинь, еще. А нижний помимо к стене. Да, если у тебя там плечи нормально, ты сделаешь. Да не, первым же сделаешь. Нет. И матрас поправь. Матрас поправь. Да, что-то вообще не понимаю. Нет, не свизь. Давай как Тимур. Погодите. Жек, чем помочь? Все нормально? Это очень страшно. Мяч.
Какие? Я уже все мальчики тащу. Эй, долго-долго прыгай, Никитов, быстрее, давай тебя заждать. Никитов, тебя уже заждать. Блин, опасно ты делаешь. Ты сначала падаешь головой, потом даешь вращение ногами. Никитос, опасно. Через голову? Да. Не надо смотри, я подошел. Мне, чтобы уравновесить,
Я развожу ножку. Аккуратно. Отойди, отойди. Ты же понимаешь, мне что было? Попробуй стены сделать. Тебе не больно. Рано, рано. Не, молодец. Понял. Смотри, какая штука. У тебя нога и одна из рук будет одной линии. А другой ногой для равновесия. Вот я это пилю. Наконец-то. На какой руке? Выходи, выходи, выходи. Я тебя держу. Вот эта нога и правая рука опорная должны быть на одной линии. Я тебя держу, не бойся, держу. Пресса, приди. Знаешь, почему у тебя грудь из-за пресса? Напряги, блядь, живота, приди. На спину. Я тебя держу. На меня не смотри, смотри вниз. Я тебя держу. Меняй другую стойку, другую руку. Я тебя держу, переваривайся. Видишь, грудь? Живот тоже. Мышцы живота должны быть ровные. Спокойненько на две ручки выходи. Спокойненько красиво. Загрузился, поэтому... Что, Савелий, пойдем что-то отжиматься? Все, как? Сав, пойдем? Ну да, давайте. Что, Жень, поотжимаемся? Белый, это мы все ребята от участка оставили. Что, Савелий, отжиматься будешь с папой? Да. Ну давай, все, на брусьях, вот на этих железках поднимаешься. На прямо на железках. Случится? А как? Смотри, как это интересно. Савелий. Ну вот, ну давай на вот эти. А, стоять, так если пап тебя за ноги возьмет. А я нет. Что, пап, давай за ноги его держи. Оп. Оп. Ой, стоишь, все, стоишь. Нормально пошел. Не бойся, пап, тебя держит. Не бойся, не бойся. Молодец, молодец, все, держи, животик напряги, напряги животик, напряги животик, все, стой, о, я тебя вижу, здоров, виси, ой, вернее, виси, стой. А, так, а как это делается? Я знаю, что через компьютер мы сбрасываем. На Вайбер нету. 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 Я только есть Ютуб и... Крутился я, сходил, шлепки одел и туда... Ты принес, да? Да. Все, молодец. А, либо, знаешь, когда у тебя есть плеха, либо ты подожди, завтра он будет на интернете, ты оттуда можешь скачать. Либо ВКонтакте, либо Ютуб, ты прям качнешь. Либо если... На СКК? Да. Все, да. Если тебе надо прям видео, что было, если флешку принесешь, мы тебе напулякаем всякое. А я? Все, лады. Но в основном мы так и делаем, а ребята уже подгружаются этого, с канала. Да я что? А самого телефона надо было записывать. Ну да, да. Что ты? Это знаешь, нам по идее бы грамотно это сделать так, чтобы всегда ребята могли не вот это в ожидании через несколько недель, когда публикуется, а сразу. Это обалденно. Да, Дима, в наше время не было этого, это работа над ошибкой можно провести. То есть тут же технику можно посмотреть, правильно, неправильно там все сделали. Ребятня, малыши, которым еще нету, малыши 14 лет,
Сейчас время без 8:05. Вам надо позвонить родителям и сказать, что тренировка потихоньку подходит к окончанию. Ну, сейчас потихоньку остынешь, да, потихоньку, сейчас на улице мороз. Потихонечку отбежать бегу. А, Серега, а это в какую сторону где живете? Центр, да, это бежать бегом надо. Либо ты батю сейчас хватаешь на плечо, батю на плечо хватаешь, и все. Идем. Вечерняя пробежка, прогулка. Нет, так-то, конечно, это, знаешь, по желанию можно прямиком до центрика. Ну, не полчаса, смотри, какой ход ноги, быстрый, там, ускоренный. О, пить хочу, да. Егором этот нормалёк добежит, да? Подпоем, не прогиб. Серёг, у вас расписание, да, автобус? Расписание автобуса? Обычно он 15 минут едет. То есть вот нам надо дойти до 6-го, до 8-го. Сергей Геннадьевич, мячик потерялся где-то там. Ищите. Вы же молодцы, вы же найдете, я верю. Да. Остальные, не-не-не-не, ты этот положи, ты эти положи, а те это ищи. Ложи, ложи, второй тоже положи. О, молодец. А ноги оставляй в одном положении. Ой-ой-ой! Ты что творишь? Ты прям, да, это у нас так Вася Егорьев, кстати, летал. Я же, ты забыл, что это не вода? Не, я забыл, что надо внутрь нырять. Никитос, ну хорош. Сергей Геннадьевич, там так все получается. Сначала щучкой, а если я ноги не буду? Ну, если живой остается, то да. Если ж ничего не сломается, то... Надо делай, играй дальше. Так, Егор, молодец. Я что-то упал. Еее! Конечно, сделал. Так, ну, ты помнишь, да, это наше увлечение? Записываешь связки, рассматриваешь, смотришь по телевизору, по интернету, что там похоже. Давай. Исходя из твоих тактик и технических поэтому возможностей. Поэтому не считай. А, поэтому не считай? Давай. Молодец, ты лучше подтянись на них. Здравствуйте. Я боюсь. Давай, ты лучше потянись. Нет. 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 Я думаю, многое тебе что понравится. Там такие же ребята взрослые, как, например, твои друзья наши, там, братва взрослая. Но таких юных, как ты, пока я не видел еще. Только в цирке я видел. Кстати, ну опять, если с разрешения бати, найди, как тренируется спортсмены, дети в цирке. Как у них подготовка. Ну я ж попал. Там ты увидишь попал. Рука. Тренировка. О! Так я вот так попал. Говорит в телевизор. Папа, не делайся! Знаешь, как бы все таки даже не понимаю. Нет, это вообще как бы... До свидания, ребята. Все, они тебе увлечены. Во, все, помахал рукой. Давай, счастливо. Давай, пока. Так, что, Егор, до субботы? Серег, до субботы? Да. В субботу, все, 4 часа готовь. С собой водичку возьмешь, да? И подушки, и подушки, и платочки. Все, парни, всем до свидания. До свидания, всем. До свидания. Никит, Моисеенко, маму ждем, да? Артем, ждем. Ну-ка. Сегодня четверг, да. А потом суббота. В субботу вышли тренировку? Надо прийти, как бы. Не знаю. Только воду подними, воду подними. А если люди сальто будут? Да, воду подними, сальто будет, все будет. Нет, так и не хочу.
что, будете еще чаепитие, что ли, опять устраивать? В субботу? Да. Так мы... Ой, Егор, блин, братан, не пугай что? Меня. Да нормально, все. Пугает меня? Что мы? Каждую субботу чаепитие будет. Так многие приходят покушать что-нибудь. Конечно, чаепить каждую субботу. Я приду. Ну и приходи, конечно. Только я долго сплю. Да, это бывает. А во сколько? С 4 часов тренировка. Ты забыл, что ли? 16.00 тренировка. 16.00 Артем, Никит, а вам еще поролоны убирать, Артем. Артем, Никит, вам надо мячики убрать на место. На вот туда, в пакетике, поролон убирать. Артем, помоги Никите, Артем. Помоги Никите, пожалуйста. И Артем, помоги Никите. И Никит, помоги Артему, пожалуйста. Помоги Артему убрать поролон. Ложи рядом с Евгением, да, ложи в пакетик. Никита, Моисеенко, пожалуйста, помоги Артем. Артем, поролон надо убрать. Какие вы занимались? Никита, иди, я сам достану, помоги Артему. Поролон, маками, которых вы занимались, вам надо взять все кусочки фараона и ровно сложить здесь возле окна. Нет, ну, Никита, бегом. Никита, бегом. Рублей? Не надо. Не надо. Никита, пожалуйста, помоги. Офигеть, я четко, да. Давай, Артем, помоги, ровно складывай. Хватит. Как видно, да. Там на локти хватит. Помоги, пожалуйста, Артему убрать. На высотку обычно. Помогайте, поролон. Давай, мяч. Пойдем, чё. Не надо, не надо. Убирайте поролон. Ровно складывайте к окну. Да. Че, ну он уже был ровный, что ты его взял? Смотри, смотри, вот так. Вот так. Положили один, стоп. Слезь, 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 слезь. Стелите, стелите, давай. Че? Никита, стели, пожалуйста. Никита, стели, пожалуйста. Не будешь как Рома? Буду, нет. Стели, 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 стели. Не надо, не надо так. Помоги, Артём. Помоги, Артём. Всё, и сотка обращается. Не бросай, не бросай. Ровно стели. Артём, аккуратно, не бросай. Не бросай. Никита, остановись. Лучше бы я бэк заново научил. Остановись. Не бросай. Знаешь, почему? Там крутиться на шее вообще не страшно. Не видно, да. А вдруг ты его бросишь, а он там не видно. Не залезай. А здесь-то видно? Да, здесь страшнее. Они нам жизнь спасают. А там не видно. Да ты не смотри, да. Кстати, это уже Ну, уже сломается. На заднем, на заднем, на заднем, блядь, бросай. Стилируй. Ну, как тубэк и шею сломал? Я. Все, теперь я его даже не делаю, если бы тубэк. Молодец, да? Мама подойдет. Либо папа, либо мама подойдет. Или батя. Или батя подойдет, конечно. Одеваться? Одеваться, да. Давай, дядь, давай. Ты одеваешься? Да, сейчас сделаем. Ну, последний раз это. С разрешения ребят, они тебе скажут 50 раз отжаться. Ну блин, а что же, виноват что ли, что они такие суровые? Я же не виноват. Ну пожалуйста. Паше, пожалуйста. Ну пожалуйста. Нет. 49. Ну пожалуйста. 48. 40 раз быстрее отжимайся, я договорился с ними, братан, с ними договорился. Давай, 40 раз отжимайся. И делай что? 40 раз отжимайся быстрее. Нормально. Быстрее, давай. Если одно не идеально, то давай, штаны потяни, давай быстрее. Что такое? Да, Давай. Как всегда.
Тут подушку нас. Так ты звал. И вот у нас в группе 12 человек. Я все делаю, говорю, так как. Тоже 12. Мама, мама. Вечером, в какое-то время мы по всей Москве. Все, пока. Давай, давай. Хотя бы сейчас через бок сделать потом. Пацаны, все, делай. Ля-ля-ля-ля-ля. Уже ноги у них не идут, ни у кого Юрик закрыт. Все, вот, Без этого. Ты куда? Тимон, нам нужно это. Я очень. Он может подняться. Да, он может подняться. Тимон, да, девочки наши. Одна жрется здесь сиденья, вторая после помню. Как его зовут? Либо если не спустись, то спустись его, посмотри сюда. Я люблю. Хочется залезть посмотреть. Я тут не первый. А тебе там уже не перебивает. Это сейчас. Точно? Там это черный, тут, конечно, угол. Там это черный, вон. Это не есть. Там даже не просто один, там вот так. Ребра. И к этим ребрам. Ну, поднимись, Николай, просто глянешь, и все. Савелий, смотри, что как парень Савелий. А, Савелий, иди проверяй. Блин, ну это смотри, она сколько страхует уже. Она очень скользкая. Давай. Это одно из испытаний, чтобы по ней забраться. Давай, вот учитель на какой Билли, а что Билли? Нет! Вот, давай, сейчас давай, давай. Вот так. Никит, твой телефон? Вот! Билли-пи, пим-пили-пи. У кого телефон? Там что? Все, спасибо. Ой, я включил. Билли-пи-пи. Подождите. Слышите? Это там. А, нет. Там же эти сейчас борцы. А, все, пили-пили у кого-то играет. У тебя какой? Пили-пили телефон. Да. Матвей, сумку, Матвей. Как они? Скажи, Павел, поднимайся. Ты что делаешь? Что, ты будешь доделывать? Нет. А я ноги. Как он знает наш? Нет. Хотя можно, мне тоже надо ноги. Давай. У меня сейчас еще пару попыток сделают. Страх уберу совсем. Что ж ты не слышишь звонок? Для чего? Что к истине вы... Савель, да тебе она не нужна, Магнези. Не бери пример с ребят. Ты тоже хочешь? Ты думаешь, она тебе поможет? Думаешь, поможет? Вот смотри, Дмитрий Юрьевич, что делает с мячиком. Вот лучше мячиком пожонглируй. Вот он, смотри, как красиво делает. Смотри, оп, ух ты! Никитос, перезвони, батя, кто тебе звонит? Я не знаю, кто звонит. Это неизвестный номер? Не знаю. Ну, достань телефон, посмотри, кто да, твой я номер, его, какой. Да, я звонит. Последний номер, кто? Кто тебе звонит? Ну, да. Ну, Никита, посмотри, вдруг это отец звонит. Ну, он тебя перебил. Хулиган. Я тебя смотрю, что переживаю, ты чё? Где? Я не знаю, как вот, про вызовы пропущены. Посмотри. Не, Никит, ноги близко, сейчас ударишь, все. Близко. Как Алиса будешь, вот так. Да, надо чё, надо будет. Побольше Катя, раньше, я раньше. У тебя ноги как это. Я выпрямляю, да? Да. Ну я их выпрямил, как тебе надо да, сейчас все выйти в линию в основном. Выйдя. Все выпрямляю. Да. Сейчас сделаешь, мы там сожалели. Иначе я буду как рыжий. Да. Видишь, дядька занимается. Пошли. Дядька Игорь со мной. Старый мордун. Нажимай. Для него ты уж дядька. Я не хочу быть полежать. Мама звонит. Я не хочу быть как это, как в тот раз. Ну давай. А, ну это вот тебе звонил. Раз. Жди. Держи. Если переживаешь, ты можешь спуститься вниз, посмотреть на толпа. Нет, все, тогда пойдем сюда спокойно. Здесь а, посиди, хочешь пожармировать там? Да, хочу. На, только не пожармируй, ладно? Ты хочешь жармировать, так выйти, давай.
Что, Егор? Могёт ли это? Он, ну от вас когда ну ладно, маленький просто вообще попробовал всякие еды, лёрка там, тельце маленькое, там, но это же уровень какой-то сейчас парняга не... Да, Ветрова. У него фамилия Ветрова. Ветров, Егор. Да, Егор, Ветров. Так, да. Не, молодец, он если не забросит, то... Дайте, ребята, смотрел по интернету, понравилось. Вот за это меньше года результат, представляете? Пойдем так. Нет. Да. Страшно. Стойка на руках, да делай, конечно. А если сейчас ударить? Давай. Никит, ты можешь Савелью показать стойку на руках, как ты делаешь? Да, я тоже. Савелий, ты бы научил бы стойку на руках делать, и он бы тебе был бы благодарен бы. Нет, страшно. Нет, не хочешь, Никит? А почему? Тебе жалко поделиться? А представь, ты маленького своего братика будешь. Я жду звонка. Я понял. Просто у тебя братика 4 года, а ты его сейчас, знаешь, ему нужно помогать ему всегда. Сейчас там Евгений расскажет, как это все было раньше.
Москве даже там курсы специальные проводят для девушек, там как разные. Была такая тема, что в свое время назывался институт приморских жен, как подкладывали для общения специально разных людей, чтобы потом от чиновников или от